Друзья, всем большущий привет! У меня появился новый помощник, именно ему и будет посвящен сегодняшний выпуск. Итак, давайте подробнее. У меня в хозяйстве появилась современная самоходная аккумуляторная тележка от компании Greenworks. Поставляется она вот в такой вот картонной коробке и весит это все 57 килограммов. Вес самой тележки без аккумулятора и упаковки составляет 33 килограмма. Тележка поставляется практически в собранном состоянии. За это отдельное спасибо компании Greenworks. Нам лишь остается закрепить ручку с органами управления на раму и все. Это делается очень просто. Специальные скобы из комплекта вставляем в отверстие и притягиваем винтами-барашками. Затем закрепляем гофру с проводами, и на этом сборка закончена. Вот такой вот внешний вид имеет тележка в собранном виде. Движение тележка приводится электродвигателем, который получает энергию от 40-вольтового аккумулятора. Огромный плюс — это то, что все аккумуляторы из 40-вольтовой линейки инструмента взаимозаменяемые. У меня есть воздуходувка из 40-вольтовой линейки. Так вот, аккумулятор от нее без проблем подходит к телеге. Отсек аккумулятора влагозащищен. Благодаря этому с тележкой можно работать во влажную погоду. Справа от аккумуляторного отсека расположена клавиша включения питания, а также клавиши переключения скоростей. Максимальная скорость на первой передаче составляет 3,2 км в час, а на второй 4,2 км в час. На правой рукоятке расположен переключатель направления движения вперед или назад, кнопка блокировки, а также ручка газа, которая выполнена как на мотоцикле. Чтобы привести тележку в движение, включаем кнопку включения, справа загорается красный светодиод, затем выбираем скорость движения, первую или вторую, выбираем направление движения, отключаем блокировку и поворачиваем ручку газа. Тележка с уверенностью покатила вперед. Слева на уровне кузова расположена ручка подъема кузова. Нажимаем на нее, и кузов автоматически поднимается благодаря газовому упору. Ведущий мост имеет внушительные приводные колеса диаметром 25 см. Также ведущий мост имеет дифференциал, как у автомобиля. Это увеличивает легкость управления при поворотах и разворотах на месте, а также при движении по неровным поверхностям. Опорное колесо имеет диаметр 20 см и оснащено стояночным тормозом. Объем кузова 106 литров, а максимальная грузоподъемность 100 килограммов. Ну что же, давайте проведем некоторые испытания. Первая на очереди — супруга. Тележка справляется без проблем. Далее дело гравия. Друзья, кто хоть раз имел дело с гравием, наверняка понимает, сколько тут нагружено. По моему впечатлению, тележка даже не заметила, что в кузове что-то есть. Признаться честно, я впечатлен. Но все же этого мало, и я придумал для этой тележки по-настоящему серьезное испытание. Примерно в 250 метрах находится довольно-таки крутой спуск к речке. Я решил добраться до него, спуститься к речке, загрузить тележку мокрым щебнем с песком, попытаться подняться и вернуться назад. Итак, мы на месте, можно приступать к погрузке. Смесь чертовски тяжелая. Я даже представить не могу, сколько я тут нагрузил. Но испытание есть испытание, и впереди нас ждет затяжной подъем. Итак, пробуем выезжать. Пока все идет просто замечательно.
Вот мы добрались до основного подъема и пробуем подниматься. Ха-ха, вы это видите, тележка ведет себя более чем уверенно. Я держу ее одной рукой, просто поворачиваю рукоятку газа. Друзья, у меня слетел тапок и мне пришлось остановиться в подъеме, но тележка без труда тронулась в подъеме и с легкостью его преодолела. Ну что же, браво, я восхищен. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь мнением в комментариях. Перед началом испытания я установил полностью заряженный аккумулятор. Давайте посмотрим, сколько заряда осталось. Ну вот, вы все видите сами. Друзья, что вы скажете по поводу такой тележки? Я лично остался под хорошим впечатлением. Я думаю, что с обычной садовой тачкой в такой подъем я бы точно не поднялся. Ну что же, друзья, вот такой получился сегодня обзор. Если кому еще интересны некоторые возможности такой тележки, то подписывайтесь на телеграм-канал, туда я покидаю коротеньких видосов. Поддержите лайком, если вам понравился выпуск. Не забудьте подписаться на основной канал. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.